Привет, ребята! Всем приветушки, ребятушки! Сегодня мы с Сашком решили поиграть в Rodeo Stampede. Какой-то, да? Какой-то Rodeo, какой-то ковбойчик у нас. Да. Не, я не хочу такого. Давай другого. Я хочу. Нет, я не хочу женщину. Ты не хочешь за девочку играть? Нет. А за черную девочку? Нет. А за черного мальчика? Да. Нет, нафиг нам негры нужны, блин. Ладно, давай. Так, что тут надо делать? Подожди, я что-то ничего не слышу. Тебе надо наушники? А, да, точно. Так, ну нажмите, нет, не тебе твой вот этот, а мой вот этот. Так, ну что? Отпустите, прожимаем, держитесь! Так, где у нас как тут звук? Так, нажмите и удерживайте. Отпустите, отпустить, и мы запрыгиваем на как этого. Как держаться? Я не знаю. Нажми и удерживай. Ты когда нажимаешь, он бежит. Когда отпускаешь, он прыгает. О. Быка, вводите пальцем, чтобы рулить. О, о, ох ты, поскакал. Черный буйвол? Проведи пальцем по экрану, чтобы выбрать лучший ракурс. Сфотографируйте. О, Саша с жопки сфотографировал. Так, подсказка не увидел. Укротите. Чуть я не успеваю читать, убираешь все эти тексты. Так, что-то красное, что это значит? Новинку, я новинка, хочу новинку. Прыгай на нее. О! Как? Ты куда поскакал-то? Куда? Куда? Чтобы приземлиться, укротите. Я не успеваю читать, мы не знаем правил-то. Да, ну все понятно теперь, я раньше не мог. Давай. Так, что тут надо делать? А куда бежать? Надо обгонять всех или что? Или надо наоборот на всех напрыгнуть? Новинка, прыгай на нее. Ты чуть врезался в стену. Давай. Да ты зачем несколько раз? Один раз прикоснись и все, 10 раз. Зачем тыкать? Вот один раз. 5-10 ткнул. Не 10. Новинку, я хочу новинку поймать. Отпускай. Вот. Пощёливать. Ну-ка, дай я попробую. Давай. Иногда проще перепрыгнуть на другое животное, чем... Чем что-то... Чем вот так вот. Укротите более необычное животное. Коснитесь и удерживайте. Смотри, парень. Ой-ой-ой. Йо! Так, ну-ка, дальше едем. Оп. И чё? Я отпускаю? Не-не-не, подожди, так там надо разобраться с управлением. Посмотри, я понял уже управление. Отпускаешь? И нажимаем. А, отпускаешь, он летит, да? Надо снова нажать, чтобы он... Новинку, так, я хочу новинку. На новинку прыгай. Вот, и беги. Вот, здорово. Смотри, что-то там заполняется, какая-то функция. Вы покорили зебру. О, у нас типа зебра еще появилась, да? Да, вот. Так, а интересно, этого героя негритенка можно сменить? Да. Что-то так, не открыть не зоопарк какой-то. Ну. Построить. Давай. Что мы сделали с тобой? Да. Родео зоопарк и 11 семейный. Видите зоопарк. Да. Что-то нужно сделать. Это что за летающий автобус? Привезли змей. А, это люди? Смей. Так, я что-то вообще ничего не пойму. Что тут дальше? Давай, поехали. Так, так, ты так. Что, за сундучком? Ой-ой-ой. Хотела, что там это... Повторить. Так, беги. Прыгай. Вот у меня такой случай сейчас. Давай, так, буйвол, оседлайте 4 за забег. Ага. Давай! Ты хотел слона, что ты? Какого это... слона? Там был слон. Мне надо 4 буйволов. А так их можно ломать, эти ростки? Я не знал. Фух. Давай! О-хо-о-хо! Сам ты забил один раз нажимать, сам 500 уже, наверное, сделал. Давай, новинку! Эх! Сказала новинку.
сторонку, давай хоть на землю. Как я в землю? Врезался в землю, да. Что ли? 1000 метров я пробежал. Так, вот я 4 буйволов оседлал. Буйвол оседлайте на 8 секунд. Оседлай на 8 секунд, вот и беги с ним. Вот 4, 3, 2, 1. Беги, 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 беги. Он тебя скидывает, да, еще буйвол-то этот? Наверное. Сколько ты бежишь, он потом начинает что-то брыкаться. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Молодец. Прыгай. Слон! Ух ты, вот ничего видел? Себе, на слона, наверное, можно залезть? Да. И бежать со слоном вместе? Так, да. Ну что-то вроде прикольный круг-то, да? Блин, не ударился. Ты врезался ему в жопу. Прыгай. Да как? Во. Мне спасло. Прыгай. Нельзя, что, когда он зебра. Желтый. Там какие-то задания еще даются. Когда животное желтое, вот я понял, то значит его можно. Вот смотри. Смотри и учить. Видишь, да, животное желтое. Да, ты когда прыгаешь, он тебе предлагает сразу да. Это, куда-то приземлиться. Вот. Новинка. Буйвол какой-то. Смотри, держи его, держи, держи, держи. Держи, 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 держи. Молодец. Мы лесной покорили буйвол. Лесной буйвол. Мы покорили лесного буйвола. Руфа. Его зовут Руфа. Руфик. Слон. Ух ты, держи, держи, блин, держи слона. Быстрый. Держи его. Блин. Сейчас я его покорю, этого слона. Ну-ка, иди сюда, слон. Пройдите 800 метров в саванна за один заезд. Я оседла не только слона, вау. Он такой быстрый, да? Да, он такой... Блин! Ладно, ничего страшного, так? Нет. Не разрешать, не надо нам ничего. Бычок! Давай! Ты чуть-чуть в дерево не ударился. Давай, давай! Бери нового быка быстрее! О, он начинает бичать! Давай, да, да, видимо, они долго не могут бегать, да, и начинают это брыкаться. Да. Подскакивать, подпрыгивать. И их надо вовремя поменять. О, слон, 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 сейчас. Сашка, прыгай. Держи, 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 держи. Гони их всех. О, африканский слон, молодец. Вот так сделал. Гендальф. Его зовут Гендальф. Перепрыгивай с него. На куда? Он тебя выкинул. Да. Прикольно. Ю-ху! Я покоритель. Прыгай. Молодец. Так, он быстрее, мне кажется. Да, этот побыстрее, но надо кого-то уже догнать. Оп-оп-оп. Видишь, он дичает уже это. Да. Надо куда-то быстрее перепрыгивать на другого. На них долго, видимо, тоже нельзя ездить, да? Да. Так. Вот, 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 новый какой-то. Догоняй тех, догоняй тех, брыкаться. Прыгай, 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 прыгай. О! Молодец. Это немножко сложная игра. Прыгай на нового. Жалко, можно было управлять, как бы, что он двигался. Сейчас давай я ударюсь вот куда-нибудь, ну ладно, пройду пока не могу. Прыгай. О. А эти штуки, их наоборот надо собирать, да? Давай, хо. Да, наверное. Землю я хочу поднять. Ящики-то, да, стоят? Их тоже да. Землю. Она немножко быстрее. Прыгай, прыгай, прыгай куда-то уже. О. Прыгай на слона. Ю-ху-ху! 1000 метров! Мамонт! Мамонта какого-то ты покорил, смотри, какого, с какими курками, да? Да. Ну что, прикольная игрушка? Да. Выкинул он тебя. Да, на землю. Ну ладно, давай, потом еще как-то поиграем в эту игру, вроде такая веселая игрушка. А сейчас что, прощаемся с ребятами? Ребят, пишите, если понравилась вам игрушка, пишите в комментариях, очень да? Очень сильно понравилось. Ставьте лайк, если
хотите, чтобы мы продолжили играть в эту фигнюшку, игрушку? Бегали, да? Как она называется? Родео Стэмпэ. Что? Пишите нам в комментариях, ставьте лайки и увидимся в новых видео. Пока-пока! Пока-пока, ребята!